Вот утром развязывает Володя, побежал за водой. Надежда Васильевна, я бы принес. Он не сказал даже, зачем пошел. Все. Вот интересная эта штука. Это наружное наблюдение сделали, попросили на лето, а теперь все остается. Еще две ячейки остается. Вот это первый, он жулан сидит. Вот он здесь прыгает. Видно, там слетает. Раз. Это два на улицу. Вон там машина идет. Вот сейчас она, машина, пойдет здесь, выйдет. Два. Вот это двери наши. Видать. Ну, это с этой стороны второй дом и с обратной. Вот это вот вчера только сделали. Это вход в храм. И наружу. Какой-то человек. Ну, это вот вид под лестницей, когда идут. Отсюда выходят, прямо с крыльца. Уже расцветало. Ну, конечно, бледненько так. Но все-таки все видать. В прошлый раз смотрю, это подъехали, поставили машину. Я успел выйти и поставить жир, чтобы не заезжали. Наши приезжают, проехать нельзя будет. То есть польза большая. Притом это идет запись автоматически. В другом конце города может записываться. Здесь это Володя идет. Вот, записывается. За 4 месяца непрерывно вернулся, и все записи. Пожалуйста, смотри. А важно, это очень важно. Я это не делал, не знаю. Я увидел, как это даже, это сложно. Вот. Вот Володя, видишь, зашел. А теперь вот его видно, где он идет. Вот. Вот он идет. Видите, один глазок передает другому. С ведрами вот выходит, обязательно три поклона. Вот теперь здесь. Вот он шагнул. Хотел домой зайти. Домой не надо. Видишь, это у нас аппарат так, это барахлит. Позвонил. Это Глушко, прицеп стоит. У меня руки трясутся показать. Все, Надежда Васильевна. Утром приходит молиться сюда. Ну, видите, какое кино интересно. А я сижу дома. Вот сейчас только книги там разбирали. У нас сегодня что получается? Октября 16. Видишь, ни слова не говоря, опять пошел за водой. Это мог принести куда одной? 4 ведра, 6 ведер воды льет за 10-х. Это женщина, и на ней нужен строжайший контроль. Вот пошел Володя, идет. Вот она идет мимо хода.
сразу же переходит в эту. Видно. Вышел на улицу. Дров сжигает. Раз, наверное, в 10 больше, чем мы все вместе. То есть непрерывный должен быть контроль. И обязательно какие-то санкции, когда не понимают. У нас воды уходит. Вот у меня было одно ведро на неделю. На неделю ведро. Ну. А здесь на один день может 10 ведер быть. И поэтому у женщины всегда должен быть руководитель кто-то. Это отец, муж. И они где-то там на других местах они могут что-то делать, а дома послушания если нету, то ничего и нету. Вот Жириновский как говорит об этом. Как 50 там что ли лет, ей так говорит, сразу в психбольницу сдавай. И то ли его она сильно допекает или еще нет. Она помощница, она нужна и очень даже, ну, только должно быть все под контролем. Если она этого не делает, ну, она делает не так. Она вперед, у женщин нет пространственного мышления и предвидения. Она живет просто сегодняшним днем, сегодняшней минутой, сейчас. Если промолчить, что у ней будет? Дальше говорила, а теперь рассталась с мужем. И на работе ей говорят, а то Мишка-то твой там женился, то у него такая жизнь хорошая там идет. Подруга не нарадуется, она дура я была, такого мужа потеряла. А почему? Я разговариваю с ней, это что делала? Ну, что делала я? Всегда считала себя умнее мужа, ну, чтобы равнялась с ним. А теперь, ну, подравнялась, никого нету, она открытая. И я это записал, мы беседуем с ней на кухне. Уж не хочу говорить, кто. Ну, скажет, ну, значит, и не было. Ну, было, Германия, Зонеберг, Валентина Дмитриевна Сартисон, ну, довольная. Она рассказывает, все записано, она не боялась этого сказать, она верующая. Вот и все. Осталась одна. Дети там как, что, это уже другой вопрос. Вот он поднимается, Володя, идет, вот только шаг шагнул, а теперь смотрим. Вот он уже идет здесь. Видите, как один передает глазок другому. Вот он шагает, все, теперь вот она идет. И надо тут увеличивать. Эти как все придумали. Все это дома. И видишь. Ну, а если это не добрый человек, а он никак. А он возьмет, да что-то разобьет. Ну, все не разобьет. Вот он заходит, видите, как точно передает один глазок другому. Опять пришел. Я попутно говорю о женщине. Вот это прекрасный пол. Грешный пол, а не прекрасный. Нигде нет слова прекрасный пол. Пол прекрасный. Через женщину все мы умираем. Многие погибли из-за нее, сбились с пути. Езра говорит об этом. Сирахов говорит. Но уж Соломон-то разбирался. 300 жен, 700 наложниц. Чем они отличались-то? Непонятно. Видимо, что-то по наследству было. Деньги тратить не знал куда. Ну, вел себя как депутат Государственной Думы или какой. Ездит где-то командировки. Где не останавливался, там и жена, говорит, как у Высоцкого. И что это? Какая жена она? Грязь одна, гной. Когда она одна, твоя нежная голубица, вот тут ты ее и приучай к порядку. Веди тебе в Царство Небесное надо. Вот все, Володя закрыл. Ну, на этом пока все. Володя пошел на работу. Забежал и говорит, что видите, как три поклона вместе молимся. Все. До свидания, с Богом. Игорь Добунов за ним заехал. Семнадцатое октября 2017 года.
Что-то ворочается, ремень пристегивает. Все. Марину, жену Игорь привозит на работу. Она рядом. Музей истории и искусства. Так, кажется, называется. Oh.